Древний город твой с первым фестивалем ТОСов поздравляю, наш славный Брянск родной. Территориальное общественное самоуправление – одна из актуальных тем в повестке формирования эффективной системы самоуправления. К тому же ТОС – наиболее близкий и понятный людям способ самоорганизации для решения конкретных задач. А вот выстраивать такую систему, найти в ней союзников и единомышленников – уже задача власти. Приветствуя гостей фестиваля, заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко отметил, что благодаря ТОСам власть и люди становятся партнерами. За личный вклад в развитие и участие в программе инициативного бюджетирования благодарственные письма получили представители 11 обществ. Грамота вручается пустовик Людмиле Николаевне, председателю совета ТОС Олег. Мы с большим удовольствием чествовали на нашем фестивале руководителей и активистов ТОСов, которые приняли участие в программе инициативного бюджетирования. Они представили проекты своих территорий, благоустройства детских, спортивных площадок, родников и выиграли конкурсы. Помимо творческих коллективов Брянска, гостей фестиваля ждал еще один сюрприз. Физкульт-минутка от победителя первенства России и Европы по боксу среди девушек Елены Жиляевой. Вторая часть фестиваля – выставки достижений народного творчества членов ТОС. Свои таланты широкой публике представили 12 коллективов. Мы пришли очень много. Вот эти все картины – это наших жильцов выявленные. Вот там еще 18 картин. Плюс еще у нас есть рукодельницы, торты испекли, вот, цветы сделали, девочки маленькие нарисовали, умеют. В общем, у нас много талантов. Это еще не все картины. У нас еще очень много. Привезли с собой работы, которые сделали люди в нашей деревне, которые творческие люди, которые занимаются какими-то промыслами своими. Вот. Но в целом работа ТОС-олень она направлена на благоустройство. Мы хотим, чтобы у нас было чисто, чтобы у нас детки были воспитанные. Всего на Брянщине 605 территориальных общественных самоуправлений, в которых состоит более 11 тысяч человек. Игорь Умаров, Александр Жучков, «События Брянск».